Это случилось 5 лет назад. Валентина с водителем спешили в клинику. И для того, чтобы объехать препятствие на дороге, пришлось свернуть в объезд через деревушку. Стояла жара. Они наткнулись на колонку, водяную колонку. А возле колонки лежал маленький щенок с окровавленной, раздробленной лапкой. Девочка. Она даже не могла дотянуться до воды. Облизывала мокрый цемент. А напротив сидели женщины и спокойно лузгали семечки. Валентина схватила щенка и отвезла в клинику. Лапку пришлось ампутировать. Эта девочка прожила у нас в приюте 5 лет, и зовут ее Кира. 5 лет ожидания счастливого билета. И вот свершилось чудо. Она дождалась своей семьи. Иди, моя хорошая девочка, покажи нам. Вот такая Кирочка.